Всем привет! Сегодня мы будем продолжать проходить монахиню по главам. Давайте вам покажу я прогресс. Смотрите, мы прошли уже половину глав в игре Evil Nun. Ну, давайте начнем играть. Стартуем. Загрузка. День первый. Так, идем искать Грааль. Сегодня мы будем проходить четвертую главу. И посмотрим, что же нам попадется. Так. Грааль наверняка внизу, где-то в классах. Давайте возьмем кабель тогда. Починим. Электричество. Также активируем переключатель. Так, все это сделали. Теперь идем искать Грааль. В классы. И вот. Все, теперь нам нужно попасть в бункер. Поэтому мы идем туда. Все, спускаемся. Мы уже здесь. Так, ну давайте сейчас посмотрим, какая нам глава попадется. Четвертый. И эта глава — лабиринт. Решите новые головоломки, чтобы получить новый кусок маски. Новый контент был разблокирован. Для этой главы. Этот рецепт для создания чего-то. Нам нужно найти какую-то баночку, да, с теннисными мячиками. Кроссовки и пружину. Так, вот и батут. Этот батут старый, он может сломаться, если ты продолжишь прыгать. Ну, давайте продолжим прыгать. Нам как раз это и нужно. Все, после нескольких прыжков одна из пружин выскочила. Так, как раз посмотрим, здесь есть? Нет, тут баночек. Тут только банка с жвачкой, она мне не нужна. Ладно, сейчас пойдем искать дальше. Баночку эту. С теннисными мячами. Рецепт можно бросить в лифте. Вот так, кидаем все, он приклеился сам по себе. Монашка ходит по батуту. Попрыгал бы тоже. Так, бросаем. Объектов в лифте один. Масленка есть. Выкидываем, не нужно. Пока что ищем кроссовок. Он может быть где-то в шкафу. В каком-нибудь шкафчике. Но где именно? О, пара кроссовок есть. И нам остается найти коробочку или баночку с теннисными мячами. Я знаю, где он может быть. Шумим здесь сейчас. Придет монашка, откроет дверь нам. И, в общем, так, заберем эти теннисные мячи. Ну-ка. Открывай дверь. Оп, все есть, молодец, как раз. Теннисные мячи, монеты. Вознаграждение такое. Теперь нам нужно выйти. Монашка не собирается открывать дверь. Да что это такое? Смотрите, не хочет открывать. Тогда сейчас пойдем по другому пути. Вот так вот.
Берем связку ключей. И сейчас мы откроем дверь. Все. Открываем. Так, ну что, бросаем. Третий объект. Смазываем шестеренки. И все. Теперь лифт должен работать. Через 20 секунд лифт снова поднимется. Да, закрыли нас. Так, ну давайте эту дверь откроем. Также теперь вы можете войти в кабинет секретаря через дверь. Карточка не нужна. Так, все, лифт приехал. Все, забрали наши кроссовки. Скоростные кроссовки. Смотрите, и сейчас мы будем проходить главу лабиринт. Нажимаем на кнопку. Испытание лабиринтом началось. Попробуйте дойти до конца, и вы получите кусок маски. Смотрите на это прохождение внимательно. Может, я вам помогу. Картина. Повернули налево. Так. Все, смотрите, как раз успели. Там уже ворота эти закрывают спот. Поздравляем, вы прошли лабиринт. Все. Вот так просто. Главное запомнить, куда нужно бежать. Все. Вот такая глава лабиринт. Теперь идем спускаться в бункер. И вставлять в таинственную форму кусок маски. Достижение получено. Глава лабиринт. Теперь вы можете искать следующую Грааль в школе. Ну, как всегда, в принципе. Поздравляем, вы собрали 4 части маски. Прогресс сохранен. Ну, нормально. И у нас теперь в форме 4 части маски. Так что, друзья, давайте мы на сегодня закончим. Сегодня мы прошли главу лабиринт в монашке. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.